слава о творчестве коллектива художественной деятельности давно вышла за пределы города. Хотел бы остановиться о том, что в нашем крае есть яркие примеры, где с участием культуры формируется принципиально новый узнаваемый бренд территории. Это Минусинский помидор, Мир Сибири, Лисаянское кольцо. Я считаю, что Назарово тоже назрело формирование вот такого более сильного, привлекательного бренда города. Это очень кропотливая, трудоемкая, но считаю, перспективная задача. И уверен, что при таком настойчивом подходе это может быть, стать такой новой движимой силой развития экономики и города в целом. 114 лет назад родилась Марина Алексеевна Ладынина. Говорят, такие яркие таланты рождаются раз в столетие. 114 лет прошло, значит, где-то это яркая звезда новая. Молодая где доходит, надо помочь выявить, проявить. Я считаю, что фестиваль Ладынина уникальный, надо его границы расширить. С министром культуры я это предварительно обсуждал. И фестиваль должен быть такой некой творческой площадкой, где на сценической площадке выступают яркие молодые таланты. И явно должны появиться новые звезды, новые Ладынины.